Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Федеральный Минздрав поделился, как изменится порядок прохождения водителями медицинской комиссии. Если у доктора возникнут подозрения, что гражданин является хроническим алкоголиком, он направит его на анализы, чтобы подтвердить либо опровергнуть данное предположение. Новшество начнет действовать в 2021 году. Как это отразится на стоимости медицинской справки, неизвестно. Настораживает и то, а не начнут ли алкоголики массово покупать себе хорошие результаты. Трасса 101. ГИБДД начала выдавать измененные водительские права. Новшество заключается в том, что надпись «водительское удостоверение» продублирована на трех языках – русском, английском и французском. Необходимо это для того, чтобы привести наш водительский документ в соответствие с международными стандартами. Напомню, что госпошлина за ВУ сейчас составляет 2000 рублей. Трасса 101. Около трети россиян, у которых сейчас нет автомобиля, планируют приобрести его в ближайшие 2-3 года. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом «Автору». Причем к отечественным маркам приглядывается только порядка 10% наших соотечественников. Каждый четвертый автовладелец рассчитывает в скором времени машину поменять. Трасса 101. В ближайшее время начнется строительство платной автодороги Москва-Казань. Цена вопроса – более 500 миллиардов рублей. Наиболее дорогостоящим будет участок с мостом через Волгу свыше 120 миллионов. Срок окончания работ – лето 2024 года. Как сообщалось ранее, проезд по трассе для одного легкового автомобиля обойдется примерно в 1600 рублей или 2,5 рубля за километр. Трасса 101. А Kia собирается продавать в нашей стране минивэн Carnival нового четвертого поколения. Точные сроки запуска продаж, а также стоимость машины пока неизвестны. Ее длина превышает 5 метров, ширина почти 2 метра, размер колесной базы немногим более 3 метров. Салон рассчитан на 7, 9, либо 11 человек. Характеристики моторов пока не сообщаются. В Корее авто получит бензиновый атмосферник объемом 3,5 литра, либо 2-литровый дизель. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.